Дорожные работы на пересечении улицы Генерала Плиева и проспекта Коста на финальной стадии. В центре Владикавказа завершают укладку рельсов. Об этом сообщил главный специалист дорожного фонда Майербек Гиоев. Сейчас рабочие сваривают стыки и устанавливают специальную рельсошпальную решетку. Сдать трамвайные пути планируют в ближайшее время. Погодные условия тоже подводят и дожди. На данный момент работы идут полным ходом. Не останавливаемся. Понимаем, что приносим большие неудобства жителям города, но планируем в ближайшее время завершить работу.